Данир, когда нужно начинать готовиться к ОГЭ? Обычно все начинают готовиться к ОГЭ, когда приходят плохие результаты за пробные. Но не следует дожидаться этого момента, потому что начать подготовку к ОГЭ намного легче, чем кажется. Просто нужно взять первую тему, ее разобрать, на это нужно минут 30, и дальше все пойдет по накатанной. Чтобы тебе было легче подготовиться, я создал файл с планом подготовки. Просто гугли подряд темы и готовься. Он в комментариях.